Насколько хорошо руководители города знают жизнь простого среднестатистического харцезянина? Какую зарплату получают сегодня наши врачи и учителя? Чем лечат в больницах и чему учат в школах? Ответить на эти и многие другие вопросы телезрителей мы попросили заместителя главы администрации Харциска Юлию Крюкову в нашей программе «Ответная реакция». Фрагмент передачи, в котором Юлия Михайловна, только в апреле текущего года назначенная на должность зама, рассказывает, как ей работается в горадминистрации Харциска прямо сейчас. Вокруг меня замечательные специалисты работают, мне очень легко с ними, они мне помогают. Даже те вопросы, которые я не совсем еще владею ими, они всегда предоставляют полноценную информацию, рассказывают об этом. Ну, я думаю, что у нас очень хорошая команда. Харциск очень сильный в этом отношении. Социальная сфера укреплена именно хорошими специалистами. Кадровый состав очень сильный. С ними легко, и республика, я думаю, это оценивает. Отдел молодежи у нас великолепный отдел молодежи. Мы на уровне республики показываем свои работы, показываем свои проекты, которые республика берет в работу. Это радует, и я этим горжусь, потому что мне приятно, что и министры нас никогда не забывают. То есть на все наши мероприятия они приезжают. Очень сложно охватить все мероприятия по всей социальной сфере, где необходимо присутствовать. Безусловно, в меру своей занятости глава дает очень много поручений. Но я стараюсь посетить абсолютно все, чтобы посмотреть, какой идет прогресс в развитии данного отдела. Сейчас передача «Ответная реакция» готовится к эфиру. Полную версию программы смотрите на нашем канале в среду вечером, сразу после городских новостей, в 18:45.